наш поселок Зареченск, без скорой машины и санитарной машины. 102. Вы проехали сколько километров? А вы даже не знаете. 120 километров. Хорошая дорога, видели сами. Прекрасная дорога. Нам нужна какая машина? Хорошая, чтобы она была, ездила. А нам дают ведро с болтами. Три машины уже дали, три машины, вон они стоят. Заедьте в Зареченск и посмотрите в этой самой. Они стоят, кучку сборные. Я хочу, дайте нам машину, пожалуйста, чтобы мы наших бабушек, дедушек возили нормально в Кандалакшу. Ну уж, по какой есть дороге. Дорогу никто не исправит. А машину-то дайте, пожалуйста. Больше я ничего не прошу. Я единственный водитель. В поселке не найдете больше водителя ни с категорией, потому что все пьют, жрут и... Варя пришла месяца полтора-два. И что, дали нам вот это ведро с болтами, и все. Я две недели отработал, она опять загнулась, и у нас опять нету ни машины, а столько километров. А у нас бабушки болеют. А их посадить даже некуда в эту реанимацию. Там такие сиденья, чтобы посадить только девушку с одной ногой. Там потому что, ну не та машина, которая для нас нужна. Нам нужна, чтобы посадить 3-4-5 бабушек. Одних лежачих, двух лежачих. А у нас некуда их садить. Они вот стонут, а как я их посажу? Они плачут. И мы, я и моя жена, она завхоз. Мы не можем таскать каждый вечер, а у нас на второй этаж поднимать их. Это, ребята, извините, это нехорошо. Почему мы с женой обязаны, я водитель, она завхоз, и мы таскаем этих самых бабушек? У нас никто, ни в ЦРБ. Мы приедем, они говорят, а у нас нет санитаров. Мы здесь ни при чем. И выгружать никто нам не поможет. И вообще дурдом. Нехорошо это все, некрасиво.